Счастья, привет! Сегодня продолжаем наш марафон. У нас сегодня суп крестьянский. Фуд-бакюз. Значит, что мы приготовили? Соловская капуста, репа, лук, морковка, лук-порей, сельдерей, соцветия, петрушка и маслины. Можно приготовить на кухне. Все, начинаем готовить. Значит, у нас репа. Мы ее чистим. Чистим морковку. Чистим лук. Почистили. Лук-порей. Берем белую часть. Почистили. Ложка капуста. Есть. Друзья, овощи все подготовили. Сейчас нарезаем. Нарежьте все очень мелким ломтиком. Берем сливочное масло, капливаем. Мы обжариваем. Обжарили. Потом морковку, репку и капусту. Все это чуть-чуть припустить и залить подсоленной водой. Все, сейчас добавляем репу, морковку. Вот мы здесь сделали. Так, репа, овощи тоже забрать. Припустим. Овощи готовы, припустили. Теперь заливаем 1,5 литра воды. И варить 10 минут. Добавляем петрушку. Вот наш суп. Все готово. А, мы добавляем петрушку. Последнее. Мы берем белый хлеб. Намазываем маслом. В нашем случае мы его запекаем в печи. А дома можно его запечь на сковородке. Так, наш хлеб готов. Мы его. Можно пробовать? На самом деле очень вкусно. Вкусный овощный суп. Отличный суп. Продолжим наш марафон. Продолжаем готовить дальше.